Всем привет снова в Латухе. И сейчас мы смотрим на Питер, на Ваську. Многие интересовались, где же я нашел такой дворик. На мой взгляд, это самый узкий, самый маленький дворик-колодец Питера. Сейчас мы это увидим. Для кого-то вот это вот координаты. А для кого-то вот это вот здание, в котором я проработал года 4. 4 года ходил сюда, сначала работать, потом сидеть и смотреть, как другие работают, потом бегать от начальства. Ну и потому что начальство внезапно приезжало на работу, когда я уже слился. Ну сейчас мы увидим этот домик. Запоминаем. Вроде ничто не предвещает, что тут есть колодец. Однако. Та-дам! Даже, собственно, подъезд есть. Вот так вот люди и живут. Даже провода там протянуты, то есть кто-то лазал, верхолаз какой-то. Вот. Завидую людям. Живут в Изюминке. Ну вот, опять мое место работы. Так-то. Ну ладно. Это опять был экскурс в Питер.